Опа! Бля, я даже ничего не соображаю, что я его взяла. Он даже не соображает. Ой, гли-гли-гли. Побежали ребята. Главное, угнулись так. Поэтому мне кажется, что я тогда зарубила и петуха, и цейсера. Опа-опа, сюда. Ой, ребята. Молодежь, да? Разминки. Поэтому и кажется, что они такие махонькие, потому что они все такие, да, они скрючатся, согнутся. И поэтому кажется, что они маленькие, они же так бегают, пригибаются в земле. Вон туда-сюда, что-то кругами. О, опять индюша, да? Голова закружилась от них. Увидел, нет? Не увидел. У девчонок, у моих, мои звездульки, красотульки. Вода кончилась. Вон стою, набираю. Вон, девчонки, набираю воду. Набираю. Чё, звездуля? Ой, носи. Кончилась вода у вас. Вода. Пить-то хочется, да? Сено-то понаелись вон. Целая кормушка, пузени какие, да? Да, девчонки, ну сейчас наливается, пить хотите, да? Ну сейчас, девчонки. Детка вот эта вот маленькая в охоту недавно приходила, да? Вообще какая пустая, прям вообще прям совсем пустая, да? Эти вон едят. Блин, толпятся. Толпятся, пить хотят, девчонки. Вода, наверное, еще вчера вечером кончилась. Да? Днем-то я подливала, но подливала немножко. По ведру. Потому что вдруг ночью мороз, заморозки. Чтоб корытка эта не лопалась. Могу пить хотели, да? Главное, большие что-то не очень хотят-то. Маленькие. Кричалки, чего орешь-то? Няша полезла вон на кучу. Надо здесь потоптаться, конечно. Хочет Джетка, наверное, за ухо укусить. Угу. Иди, ты еще не пила, что ли? Давай. Хотя сказать, помыла, это не помыла, это та обезроженная. Иди, пей, иди. Очень стала скромная, очень тихая. Ну иди, пей, не обижает тебя никто, иди. С помылкой подошла, а так всех боится. Рога эти обломанные. Ухо как раз помыла, поставила. Стоят. О, шоколада идет. Шоколад, ты как наешься, так это вообще... Пилась ты? Так долго стояла, пила? Пошла.
такая зевает, стоит. Че, хозяйка с утра подняла, да? А причем, ну, вот шоколадка здоровенная, это не значит, что у нее дети там здоровенные. Алена спрашивала, что у маленьких такие животы здоровые, беременные. А потому что, видите, вчера на ночь забила кормушку, они вечером ели. Сейчас едят. И у шоколадки, да, она поесть любит, поэтому у нее такие. Это у нее там не супер-пупер какие-то козлята. А смотрите вот сейчас. Вон, видите, что у нее? Живот. Да она и не беременная, она могла такая прийти с улицы. А тем более они когда стоят, вот тоже крайняя стоит к нам, она такая нездоровая козочка, она и беременная, бывает худая. А сейчас, видите, вот как? Тем более на это, на пьедестальчик они становятся. Естественно, живот выделяется. И целый день возле кормушки. Вот они едят, едят, как будто только сейчас положила сено. Кто небольшой, вон стоит. Такая белая с коричневым козочка сзади. Она такая и небольшая всегда. А так, девчонки, поесть. Кто любит поесть, они и летом такие с пузами приходила. А вот это, видите? Она всегда небольшая. Она даже беременна, у нее когда бока, у нее всегда голодные ямки. Ну, у нее сейчас всего и месяц, конечно, еще месяца нет беременности, тут еще ничего нету. Но все равно. Разные. Это такая, она не особо такая жоркая. Но молока дают хорошо. О, видите, вот, вот. Не терпится ей, не терпится. Джет, укусила бы ее за ухо. Вот, были бы рога, она сейчас стой под живот бы дала. Видите? Причем выбрала, наверное, спокойную, да, Джет? Че ты ей не отвечаешь-то? От других уходит в сторону. Вот. Конечно, максимум, на что она способна сейчас, это все. Это подошла к ней. Это две сестры, они. Они вдвоем спать лягут, прижмутся. Она уже не боится. Давай, Леня. Сегодня у нас в гостях вот эти ребята. А эти ребята, не, они даже в раковину не помещаются. А как нам водные процедуры принимать? У них же ноги две. Сначала нам нужно искупаться. Обязательно. Ну, будем сейчас купать, ребят. Первое общипало как-то побыстрей. Со вторым я ковырялась вообще долго. Я уже часа два тут с ними. Сейчас попью чайку и буду разделывать. Да, прошло на это время, когда уже можно легко общипать. Сейчас очень такой большой слой пуха. Но они все равно будут вкусными. Потому что мы их замаринуем. Наверное, когда последний раз? Мне кажется, 2 недели назад последний раз мы рубили мусиков. Ну и ели, соответственно, в духовочке. Поэтому
целых 2 недели мы жили без мусиков. Мясо-то ели, конечно же, но другое. И теперь пришла пора опять приготовить уточек. Селезни, это селезни. Один коричневый, а другой был черный. Черный, ну вообще очень трудно он щипался. Очень. Тут, конечно, я думаю, не зависит. Коричневый, белый, черный не от цвета зависит. Здесь просто у меня разные выводы. Кто-то на 2 недельки раньше вывелся, кто-то позже. В смысле, закладки разные. Не с одного раза они вывелись, как хотели. С разницей в 2 недели. А закладывала яйца в разное время. И потом утят соединяли. Все. Сейчас просто перерывчик сделаю. Да, освещение, конечно, очень плохое. Потому что еще сколько сил мне нужно, чтобы потрошить их. Полкружечки наливаю. И печенюшку одну возьму. И все, сейчас по-быстренькому попью. Ну и опять итоги дня, результаты. Нет, это не на сегодня. Ну, это ж мариновать нужно. Я бы тоже хотела бы сегодня, конечно. Нужно промариноваться. Итак, на супчик. Здесь прям половина пакета. Можно разделить на 2 раза. Здесь желудки, легкие. Какие у этих, кто они? У мускусных. Легкие, это красота. Они большие такие. Легкие, говорю. Показываю печень. Ну, вообще, печень я имела в виду. Печень. А давай хотя бы сегодня печень будет. Этого нам мало. Вот сейчас хотела сказать, Милан просит сегодня печень. Мы просто обожаем печени, сердечки, желудки. Там у меня еще от кого? От петуха и цесаря. И вот эти вот 2, они, видите, они прям такие, ну, большие куски, да, не куриные. Желудки так вообще они хороши. Вот. Там от тех 2 и от этих 2 нам как раз завтра... Нет, завтра мы сделаем это в духовке. А это нам на следующий раз на 1 порцию. Вот это и то, что есть еще в морозиловке. И здесь и собачки на супчик. В общем, все замечательно. У нас, как всегда, сейчас залью воды. И, как всегда... Так, сейчас насыплю. Сыплю много соли. Не знаю, сколько здесь. 3 ложки, наверное. Побольше. 5. И как всегда, сутки у меня мясо постоит просто в соленой воде. Я сейчас в пристройку вынесу. Завтра уже будем мариновать. Ай, вода ледяная. Вот так вот. Чтобы мяско было мягеньким. Не секрет это, да, что мясо от этого становится мягким. Очень хотелось бы прямо сейчас отправить в духовку. Но нельзя. Я прям оставляю вот такими кусочками. Серьезными. Не буду пополам резать. Чего тут резать-то? Все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.